Moonbeam – это парашейн смарт-контрактов, совместимый с Ethereum на Polkadot. Moonbeam упрощает использование популярных инструментов разработчика Ethereum для создания или повторного развертывания проектов Solidity в среде на основе субстрата. О курсе и статистике этой криптовалюты вы сможете узнать в бирже Gate.io. Вы сами знаете то, что криптовалюты очень сильно волатильны, поэтому будьте аккуратны и следите за котировками на бирже. Moonbeam – это гораздо больше, чем просто реализация AVM. Это узкоспециализированный парашейн, который отражает RPC Ethereum Web3, учетные записи, ключи, подписки, журналы и многое другое. Платформа Moonbeam расширяет базовый набор функций Ethereum дополнительными функциями, такими как управление по цепочке, размещение ставок и межцепочная интеграция. Совместимость Moonbeam с Ethereum не имеет себе равных. Разработчики могут сразу же использовать существующие смарт-контракты Solidity без необходимости переписывать или перенастраивать токен. Используйте уже существующие инструменты разработчика, например, подключайте популярные инструменты, такие как MetaMask, HardHat, Waffle, Remix и Truffle, через полный набор, конечно, точек Web3 RPC. Используйте хорошо известные библиотеки JavaScript, такие как Web3.js или Ether.js. Moonbeam предлагает среду, подобную Ethereum, поверх Substrate, а не решение на основе Get. Это позволяет разработчикам легко повторно развертывать свои существующие смарт-контракты, используя те же инструменты и интеграции, которые они уже используют, а также использовать преимущества современной платформы Substrate, на которой построены все блокчейны Polkadot. Сеть Moonbeam позволяет разработчикам с помощью смарт-контрактов Solidity или Viper переходить на мультицепочку и расширять свое влияние на экосистему Polkadot. Блокчейн Polkadot обеспечивает беспрепятственное распределение рабочих нагрузок на новом уровне. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительную бэкграунд. Чтобы начать торговлю, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которую мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей, но KYC не обязательно. С помощью Moonbeam разработчики могут переносить свои существующие приложения Ethereum DApps на Polkadot или легко создавать новые децентрализованные приложения без разрешения DApps, используя знакомые инструменты разработки Ethereum. Инструменты в Moonbeam гарантируют минимальное изменение при перемещении интерфейсных DApps между цепочками. Используя Moonbeam, разработчики Ethereum, который является крупнейшим рынком существующих разработчиков блокчейнов, смогут обойти проблему масштабируемости из-за затрат и ограничений сети Ethereum. Проект Moonbeam идет по пути децентрализованного управления. Служебный токен Glimme будет служить шлюзом для участников сети для доступа к жизненно важным функциям сети. Владельцы Glimme будут иметь право предлагать референдумы, голосовать и избирать членов совета. Отражение предложенного Polkadot механизма консенсуса по доказательству доли. Moonbeam выигрывает от дополнительной масштабируемости и безопасности благодаря использованию разделенного на части дизайна Polkadot и общего зонтика безопасности, обеспечивая интеграцию и связь между парашейном Polkadot, а также с другими цепочками, такими как Ethereum и Bitcoin через мосты. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Рой Стиксона. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании. Переходите, подпишитесь.